Всем привет, продолжаем гулять по моему городу. Марата 11, архитектор Ланге, год постройки 1750, стиль необарокко, особняк Петрова. Первая четверть 19 века архитектор, автор не установлен. В 1850 Август Иванович Ланге. Я пользуюсь сайтом сети Волос. Современный вид здания приобрел в 1750-е годы, когда архитектор Ланге перестроил двухэтажный дом, стоявший здесь с пушкинских времен. В 1810-е годы дом принадлежал жене генерал-майора Христовского. В 1815-м в доме Христовского поселились братья Александр, Михаил и Николай Муравьевы. Здесь жили Павел и Петр Калошины, Иван Бурцев. Они образовали артель. В истории она вошла как священная артель. Одна из первых преддекабристских организаций. Артель посещали Пущин, Дельвик, Кюхельбекер, Муравьев Апостол. Особняк оформлен центральным резолитом с декоративной композицией. Выход на балкон с ажурной металлической решеткой обрамлен лепной аркой, поддерживаемой полуфигурами атлантов. В этом доме в 1880-м жил народоволец Николай Евгеньевич Суханов. В этом же доме находилась штаб-квартира военной организации «Народная воля». Было генеральное консульство Швейцарии. В этом доме в 1891-1894 годах жил архитектор Винтергальтер. В 2001-м включен в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Находится Гельвеция, апартамент-отель, гостиница. Здесь также жили Власов Александр Михайлович и Труевцев Павел Васильевич, которые были осуждены тройкой, особой тройкой по НКВД по Ленинградской области и расстреляны по статье 58.10. Вот такие данные мне удалось найти на сайте сети Волс и в интернете по дому Марата 11. Пока-пока, до свидания.